Сегодня у нас экскурсия по местам боевой славы Ленинградской области. У каждого великого города есть в истории страницы трагические и героические. Часто это одни и те же страницы. В истории моего родного города Петербурга это блокада и все, что с ней связано. На пути в город Кировск Ленинградской области под Ладожским мостом через реку Неву располагается музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда». Именно в этих местах проходила в январе 1943 года операция по прорыву блокады Ленинграда. То есть музей находится именно в том самом месте, где разворачивались основные события, поменявшие ход войны. Это целый мемориальный комплекс на территории площадью 200 гектар, созданный в 1990 году на базе музея диорамы и памятных мест Великой Отечественной войны в Южном Приладожье. Здесь находятся два музея и уличная экспозиция. Представлена военная техника, все машины настоящие. Различные танки, принимавшие участие в операции по прорыву блокады Ленинграда, в том числе поднятые со дна реки Невы и из топи областных болот. Рядом с каждым танком находится табличка. Это тяжелый танк КВ-1. Его броня белого цвета и весит он 47,5 тонн. На вооружении находится 76-миллиметровая пушка и 3 пулемета. Самая новая экспозиция в мемориале – это музей «Панорама Прорыв», открытый в 2018 году. Второй музей, находящийся на территории комплекса, музей «Диорама. Прорыв блокады Ленинграда», был открыт 7 мая 1985 года. Правда, нам не повезло, мы в этот музей не попали из-за коронавируса, а посмотрели экспозицию на улице. Тут же представлены элементы оборонительных сооружений времен войны. На другой стороне шоссе выставлен танк Т-34, танк-победитель, танк, прославивший советское оружие и принесший победу нашей стране. Танкист Ленинградского фронта. Фабрицирован сын. Небу и участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года. В начале 20 века здесь стояла церковь святого Николая Чудотворца. А вот и Нева. Именно сюда, на территорию, занятую врагами, с противоположного берега и врывались наши войска. Тут установлен поклонный крест. Вам, павшие в той битве мировой, за наше счастье на земле суровой, к вам наравне с живыми голос свой я обращаю, в каждой песне новой. Поставлен сей поклонный крест в память воинам, участникам прорыва блокады Ленинграда, во славу их героического служения Отечеству. Буквально в нескольких километрах находится Невский пятачок, легендарное место. Именно здесь и происходили основные бои по обороне Ленинграда. Совсем недалеко отсюда Синявинские высоты, еще одно легендарное место в истории битвы за Ленинград. 18 января считается днем прорыва блокады, а 27 января – день полного снятия блокады
Это история нашего города, Санкт-Петербурга, и нашей страны. Об этом нужно знать и помнить эти даты. Когда представится такая возможность, то обязательно приедем еще раз, чтобы посетить музей. Слава героям Невского Питерска! Вы живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть в темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы. Сегодня у нас экскурсия по местам боевой славы.